Тем временем беспорядков опасается и Греция. В стране усилены меры безопасности. Сегодня годовщина гибели 15-летнего подростка Алексиса Григорополоса. Он умер от пули полицейского 11 лет назад. Каждый год 6 декабря в Греции проходят беспорядки. В этом году годовщина совпала с истечением срока ультиматума, который Афины выдвинули сквотерам. Им рекомендовано в течение 15 дней освободить незаконно занятые здания. Новое правительство Греции выполняет обещание навести порядок в стране.